Что, Лизочка, мне раздавать карты эти? Да, убери, мама. Ага, ладно. Сейчас мы, друзья, с доченькой играем в карты. Ну, такие детские карты, вот они. Вот такие эти, специальные карты для детей. Короче, раздаем и тебе, и мне, да? Так, тебе, мне, тебе, мне. Или, может, ты будешь раздавать, доченька? Я не хочу. Ты не будешь раздавать? Ну вот, все, давай, смотри, где ведьма, у кого ведьма? Лизочек, я раздал карты. Хочу вот это. Что? А, вот это? Да. Сейчас, сейчас. Ну, раздавай, Лизочек. Не хочу. Ну, я уже раздал, а ты ищи, где? Ну вот, я снова с вами. Примите меня в свою команду. Или ты не хочешь играть? Ты же говорила, ты хочешь в карты играть. Какую еще команду? Лизок. Команду своих лучших друзей. Вот, смотри, я раздал. Хочу давай искать, где ведьма. Давай в карты поиграем, а потом мультики посмотришь, давай? Удалим из нашего мира навсегда. Ты очень отважная маленькая свинка, а отважные всегда глупы. Все, что ты можешь, обидно отзываться. Сделай же что-то, укради нас, забери к себе. Не смей так разговаривать со мной, глупая девчонка. Слышишь, облачко говорящее, ты сначала на себя посмотри, а то не страшно. Лизок, может, потом мультики посмотрим? В карты с тобой поиграем. Посмотри, каков я в гневе, глупая свинка. Давай пока нажмем на паузу. Вот. Заберу тебя первой, потом вернусь собраться. Сейчас, сейчас, папа, нажмет на паузу. Вот давай, посмотрим. Ну я включу, давай. У кого ведьма? Давай посмотрим. А потом я тебя включу, давай. Давай. Это, друзья, мы играем, короче, в игру. Она называется «Она ведьма». Там смысл ее заключается в том, что если попадается пиковая дама, то значит тот человек проиграл, значит тот человек считается ведьмой. И у меня дочка любит играть в эту игру. Ну что там, доченька? Мне нет ведьмы. Да, а у меня, посмотри, есть? Это кошка ноги. Ага. Кого? Ты проиграл. Я проиграл? Да. А где ведьма? Вот она, ты проиграл. Сейчас, 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 Лизочек. Ты проиграл. А покажи, где она, где она? А, вот она, это ведьма, да? Да, ты проиграл. О, блин, опять я, короче, проиграл, да? Ладно. Больше не будем играть? Ну, нет. Я вам на мультик покажу. Мультик тебе включить? Да, вот этот. Какие мультики вы видели? Помогите, помогите, сейчас, сейчас. Мне приснился кошмар. Папа-свин на горе, вся комната пылала.
Сейчас Лизенька сварится макарончики с сосисками. Будешь кушать, да? А что им в садике давали сегодня, Лизок? Лизок, что им в садике давали сегодня кушать? А, Лизочек. Лизочек. Боишься? Что вам в садике сегодня давали кушать? Ничего. Как ничего? Такого не может быть. Что вы кушали? Что вы кушали, доченька? Ничего. Ничего. Такого не может быть.